Всем привет, и это видео будет без монтажа, потому что я нереально счастлива. Я наконец-то вернула свой аккаунт. Его, короче, 30 декабря я проснулась и вижу, что у меня YouTube был выключен, почему-то аккаунт был выключен. Ввожу пароль, и она не вводилась. Спасибо Google, что он мне помог. Спасибо всем, кто мне помогал и успокаивал. Спасибо особенно моей бабушке, которая видела, что я плакала. И завтра выйдет видео, которое планировалось на Новый год, точнее, 31-го выложить. Я вас всех очень люблю. Спасибо всем за 6 тысяч, спасибо особенно. Очень много спасибо. Это видео будет без монтажа, потому что я хочу свои реальные эмоции как выложить. Потому что я очень счастлива, я его наконец-то вернулась. И я вернулась к вам. Но если что-то опять случится, то будет ссылка на канал запасной. Спасибо Кэнди, что она давала свой аккаунт. Ну, я там ничего не снимала, конечно, но спасибо Кэнди, что она разрешила мне им пользоваться, если я не смогу зайти в канал свой. Всех с Новым годом! Я нереально счастлива, я просто не могу поверить. Мои слезы, я просто рада. Всем еще раз спасибо, кто мне помогал, кто успокаивал. Спасибо всем, кто мне помогал еще раз. Очень много помогал. И... спасибо вам за 6 тысяч подписчиков. Всех с Новым годом. Здоровья. Чтобы все было шикарно. И чтобы этот год оставил вам кучу классных моментов. Это видео будет без монтажа, потому что... ну, потому что...